кафтан. Снежулька, сейчас за рулем. Моя красавица, скажи привет всем. Хай. Вот. Тяжелый случай. Я еду за рулем. Вот это вот светофоры из Лучинские поехали. Выезжаем. Сейчас выезжаем. Вот она Нижняя Улька наша. Дорога. Уже с пяти этот самый. Ограничение сейчас. Ограничение. Из Лучинска до Астаны 1800 километров. Сейчас только выехали в 17:10. Вот. Погода пасмурная. Дождь был, сейчас дождь прекратился. Хоть хорошо, когда прохладно. А то при жаре ездить очень жарковато. Встает. Нежнулечка гонит до Нефтьюганска. Офигел! Я усну до Нефтьюганска. До Нефтьюганска. Мне бы до Сургута дотянуть. Все с работы возвращаются. Подъезжаем к мосту Нижневартовска. Сейчас на развязке мы направо сворачиваем и в сторону Мегиона. По объездной. Город Нижневартовск с левой стороны будет оставаться. Заезжаем на мост. На объездной. Заехали. Нижневартовск на левой стороне остается. Вот подъезжаем к Алёше, Стелла. Город объехали, с левой стороны остался. Дорога на Мегион, направо уйдем мы сейчас. Уверена, что делать это нужно только по праздникам. Вот он, Алёша. Такие данные следуют из опроса «Комсомольской правды». Только 2% респондентов ответили, что правильно дежурно букетировать девушку раз в неделю, но нашлись и те, кто считает, что дарить цветы вообще не надо. В данный момент это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио. Нежная от природы сенежская, вода для нежных сердцем людей сенежская, для любой погоды, вода для самых добрых идей сенежская. Сенежская питает нежные чувства. Чтобы поднять настроение, достаточно просто включить любимую песню. Так и в жизни. Острая боль не должна выбивать из привычного ритма и ограничивать план. Алмах-плюс борется с нарушением суставов и позвоночника. Алмах-плюс на Мегион. Аппараты серии Алмах в аптеках и медтехниках вашего города и на популярных маркетплейсах. Телефон горячей линии 40-851-00. Подъезжаем к Мегиону. Вы точно ничего не забыли? Вот он у нас Мегион. Обгони вот этот джип, потому что он сейчас налево будет, у тебя правая помеха будет. Вот он Мегион наш. Ну, не наш. Ну, наш Ханты-Мансийский. Сейчас поворотник включаю вправо. И на кольце тебе надо будет уступать. Он у нас.
Поехали мы дальше. Ангипас. Не гони, здесь 60. Здесь камера. Поехали в Мегион. С левой стороны держи. Левый держи. Нам прямо ехать. Почему прямо? Тут по кольцу. По кольцу и вот прямо. Лангепас проезжает. Поворотник включи. Налево? Да. Едь. Ты на первый. Обгоняй вот здесь. Увидишь, направо будет поворот. Справа включай поворот. Проехали, Лангепас на левой стороне остается. Где-нибудь остановить кафе. До Сургута 54 километра еще. Вот не ждулька у нас за штурвалом. Да, не ждулечка. Устала. Будто бы я всю жизнь, да, за баранкой. Гав-гав-гав. Вот. Я еще говорила, больше с ним никогда не поеду. Заезжаем. Впереди камера контроля перекрестка. Сейчас Нефтекамский, я сяду. Поехали. За джипом держись. Куда он? Туда. И ты туда. Светофор проедем и направо. Дома сургутские. Да, северные города все одинаковые. Туда поехал, а мы на Нефтегаз поехали. Сейчас налево и направо. Вот такой вот Сургут. Вон там.
такие города на севере. Дома. Такие дома. Ну, те новые дома, их не было. Прямо середку держись, никуда не отстраивайся. Проезжаем Сургут уже. Мы почти объехали их. Вот такой вот. Тихо, 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 не спеши. Может мне перестроиться налево? Нет, держись. Так, вот это было. Проехали Иртыш, речку. Репула, не да, речку. Вот Нежнулька, Иртыш перетекла за рулем. Да, Нежнулечка? Поможи вам, мамочке. Да отстань уже, а! Подъезжаем к Нефтеюганску.
надо будет заезжать. Куда? На мост, налево, левую сторону держись. Вот Нефтьюганск. Нефтьюганск. Проезжаем. Сейчас будет заезд на мост. Видишь, фонари горят, туда уйдет. Через 500 метров держитесь правой. Не гони. А затем съезд. Поверните направо. Направо видно? Нет, налево, на мост. Это я просто Нефтьюганск набрал и все. Прямо езжай. Вот Нефтьюганск. Проезжаем налево. Не гони съезд. Только. Поверните направо. В правую сторону держи. Правую сторону держись. Нефтьюганск. Сейчас будет мост. Заезжаем в мост. Не гони, тут 70. Только что было 90. 70. Вот она. Обь. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. Вот такой мост у нас. Мост. Доезжаем. Вот проезжаем. Вот. Мост через Обь. А вот заправку ищи. Так, вот мост, проехали мы. Что за заправку искать? Через 500 метров съезд. Поверните направо. Вот проехали. И поехали в Тобольск. Сейчас остановимся. Съезд. Поверните направо. Ночь. Туман. Фонари. Час ночи. Не ждулька. Час ночи. Час ночи. Ночь, фонари. Луна. Луна. Нежнулечка моя. Ладушка. Луна вон она.